Бонусы за прививку получат казахстанские студенты. Молодежь решили поощрить скидками на обучение, за проживание в общежитиях, бесплатными путевками в санатории, талонами на питание и проезд. 8 университетов уже поддержали акцию, инициированную министром образования Асхатом Аймагамбетовым. Также для вакцинированных студентов планируют организовать бесплатные языковые компьютерные курсы и занятия по развитию предпринимательских навыков. В некоторых учебных заведениях привитые получат бесплатные абонементы в фитнес-зал, бассейны, билеты в театры, кино и на концерты. Вакцинированные преподаватели смогут рассчитывать на оплачиваемые выходные или надбавку. Все эти бонусы вузы будут обеспечивать, исходя из своих финансовых возможностей. Это значит, что кому-то достанется путевка в санаторий, а кто-то будет ходить на бесплатные курсы. Это связано с тем, чтобы начать уже учебный год в традиционном режиме и чтобы обезопасить наших граждан также, обезопасить наших преподавателей и самих студентов. Вы знаете, и в России, и в Европе, и в Соединенных Штатах среди населения очень активно предпринимаются такие меры.